Как, после вот обеда или как? После четырех уже начинает. У меня вот два часа. С четырех до шести. Ну, максимум до половины седьмого. Для меня это время просто, блядь, невыносимо. Вот какой чек? Так полшестого, я уже начинаю праздновать. Длинные коробки, как два палета. Там приходили Шкода присылала. Вот там такой просто нормальный, снайдет на скорбную кислоту. Вот. Фишка в чем? А там приходили колпаки, брызговики, всякая такая людей. Легкая, короче. И коробки огромные. Он, блядь, коробку пустая, он что, подходит к штабелерщику и говорит это. Говорит, слушай, я сейчас в коробку залезу, ты меня говорит, подними, я посплю. Тот, да ради бога, мне что, жалко что ли? А у нас такие вещи, как вот эти вот брызговики, колпаки, вот эти пластиковые накладки на бампер, блядь, всякая вот эта пузырь, она лежала наверху. Штабелёр заезжал в люльку, человек в нее садился, пристегивался ремнем, его поднимали и начинали возить по верхам. Это было, блядь, известно, а там крику было, блядь, так на весь бок. Едет баба, блядь, собирает... И коробка шевелится, да, блядь? Нет, она собирает прямо рядом с этой коробкой, где он спит. Но она-то не знает, что он там спит. Вот как храпанул нахуй, да, чуть из люльки, блядь, не выпрыгнул, блядь. А то я думал, она его убьет нахуй после этого, блядь. Сука, у меня чуть говорит, ну, пластик не случился. Она там на него орала дурнины, просто дурнины. Сука, говорит, у меня чуть инфаркт не случился. Вася с обеда пришел в коробку эту залезть, просыпаясь полпятого, уже перекус проспал, блин. Так, походу, посидел 5 часов, блин. Сюда, блин. А хули у нас вот сегодня коробки пришли? На поддоне чисто две коробки. Размером прям вот с поддон, по 1.20 метра коробка. Проспать, уложишься, там тепло, блин, на картонце тепло, блин. И нам кумарит прям сразу моментом. Мы такие же коробки постоянно делают. А это вот фирменные шкодовские, они прям прихерачены были к поддону. И поддон сам по себе такой же, он стандартный, длинный. Мы его называли, кто называл мотоцикл, кто называл лыжи задом наперед. Такая рохля, блядь, на нее встаешь, а вилы сзади длинные. Можно вот таких вот поддонов, стандартные, по 1.20 метра. Их можно, блядь, по этому. По 2 штуки.